В выходные в Северодвинске состоится ряд спортивных событий. Пожалуй, что центральным станет стартующий кубок города по хоккею среди команд 40+. В Кубке города по хоккею «Шайба» примут участие 5 команд. Волей жребия дружина «Строитель» прошла в 1-2 без борьбы. А вот оставшиеся 4 команды поборются за выход в полуфинал. 14 октября в 10:45 на площадку ледовой арены выйдут «Звездочка» и «Беломорец». А на следующий день на этом же льду только в 19:45 скрестят клюшки команды «Витязь» и «Энергетик». Напомним, что для всех болельщиков вход на матчи бесплатный.